Всем привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. И сегодня, после длительного перерыва, я хочу рассказать о своих пустых баночках. Итак, перед вами два масла. Масло Сиос и масло Эльсеф. Были приобретены они примерно в одно и то же время. Но в данном случае Сиос уступает Эльсеф. Когда они новые, когда они только-только приобретены, Сиос может показаться лучше, и упаковка удобнее, и вообще в момент покупки как бы у меня не было особо такого рвения относительно Лореаль. Но сейчас, когда прошло время, во-первых, масло Лореаль, оно меньше портится, а масло Сиос очень быстро испортилось, я его не допользовала до конца, оно помутнело, приобрело очень невкусный запах. Ну, в общем, оно прогоркло как-то очень быстро, поэтому Эльсеф. Вот такой гель для лица. Тотальный лифтинг, разглаживает морщины за 2 минуты. Вот мы видим то, что он обещает. Но на самом деле не происходит ничего. Купила в аптеке в квартале. Стоил 250 рублей. Плюс он скатывается крошкой, когда ты наносишь поверх него макияж. Я не понимаю смысл в данном случае геля, поверх которого нельзя нанести макияж. Для чего его тогда использовать? Просто ходить как бы с чистым лицом и без морщин, которых все равно как бы меньше не становится, когда ты его наносишь. Поэтому делайте выводы. Я не только показываю вам то, чем я пользовалась, но и предлагаю лучшую альтернативу. Значит, с оранжевой крышкой тоник для лица, который я приобрела в Слате. Закончился он очень быстро. Я его переливала в пульверизатор из Лореаль. Сори, Литуаль. Ну и хочу сравнить его с тоником от Ифраше. Вот этот тоник, он просто волшебный. Я очень вам его рекомендую. А этот, он будет стоить дешевле, кстати, не намного. У них разница, там, я не знаю, в 100, 150, 200 рублей максимум. Но то, как работает этот тоник, и то, как работает этот тоник, это небо и земля. Это я не рекомендую брать. Это любимчики, то, что я брала, беру и буду брать. Итак, это розовая вода, спиртовое содержание здесь очень большое, но хорошо протирать ногтевую пластину перед нанесением маникюра. Это потрясающая совершенно сыворотка, которая отлично работает на моей коже от Ифраше. Вот такая оранжевая. И крем, который вы знаете, если давно смотрите мой канал, который я всегда брала, беру и буду брать, это Новосвит, увлажняющий, идеально под макияж. Просто идеально. Вот чего не скажешь, кстати, о кремах от Ифраше. Ну, разница в цене огромная, там прямо раз в 5, наверное, разница. То есть этот стоит 200, 200 с чем-то, а те стоят в районе 1000. Но крема от Ифраше мне не идут. Это постоянные продукты, которые я пользую. Мицеллярка от Гарньер отлично справляется со своими функциями. Вот такой крем «Чистая линия», очень маленький объем, я покупала больше значительно. Но он увлажняющий, идет как для рук, для тела, для лица. Кошечка бегает, не обращайте внимания. Ну и ватные диски, вот такие я покупаю в Командоре. Они самые бюджетные. Ватные диски могут быть любые. Главное, чтобы они были из натурального хлопка. Это вот мое убеждение глубочайшее. Это то, что я брала, беру и буду брать. Это мицеллярная вода от Nivea. Вот это когда красная полосочка или такая темно-бордовая. Тогда, как бы, смотрите, у меня она ест глаза, вот которая с синей полоской, она в порядке. Ну и, конечно, очередная баночка, это опустошенный тоник для лица от Ифраше. Его я вам очень рекомендую, девочки и мальчики, кстати.
Это также ватные диски, вот два вида Evita. Жидкость для снятия лака из Fix Price. Вот такой Bell Gip Allergenic или Allergenic. И вот такие ватные палочки. Относительно Bell, я рекомендую его использовать летом. Он дает очень тонкое покрытие дышащее, и он прекрасно справляется со своей функцией маскировать, выравнивать, и в то же время он почти невесомый, он очень жидкий. Одна помпа на все лицо, и у вас нет проблем, вы красавица. Это продукты для ванны, вот такой крем Dove для тела. И вот такую постоянно я беру против выпадения волос, шампунь Сьюз. Он идет в паре с бальзамом. Если я найду бальзам, я его вам обязательно покажу. И вот еще раз, лишний раз напоминаю, вот такой крем от Novasweet, от которого у вас не останется никаких плохих воспоминаний. Мне он идет. Кстати, кто-то, кошечка точит когти, ну как обычно. Все как обычно, ничего не изменилось. Как только я начинаю записывать видео, кошечкам надо сразу начинать как бы бегать. У них желание появляется поточить когти. Вот. Ну и так далее. Это что-то вам хорошо уже знакомо, что-то вам не очень хорошо знакомо. Итак, начинаем справа налево. Nivea Men. Это дезодорант, фаворит уже многих лет у меня. Я его очень люблю и рекомендую вам его попробовать. Девочки, потрясающий крем, совершенно антиэйдж от Faberlic. Я его обожаю, но его так мало. И ценник у него очень приличный, поэтому он, в принципе, по цене стоит вровень с люксом, который продается, потому что внутри этой тубы вот такая маленькая туба. И как бы крем выдавливается помпой, а не тем, что он, ну, как бы мы нажимаем на саму вот эту тубу. А там как бы туба очень маленькая внутри. Я нашла видео, где девочка как раз вскрылась у нее вот эта туба, и она показывала, что здесь совершенно крошечный, крошечная емкость. Вот, это мои зубные пасты. Вот это Parodontax. Очень жжет язык, щиплет и максимальное отбеливание. Вот. Так что из вот этих продуктов я рекомендую. Рекомендую, но дорого. Вот это тоже рекомендую. Вот это тоже рекомендую. В принципе, все нормально работает. Это минутка медицины. Вот такие витамины я рекомендую пить и пью их сама. Это комплевит 45+. Есть комплевит офтальма для глаз. И есть как бы тоже просто обыкновенный комплевит. Поэтому продается в аптеке, стоит очень недорого, доступно. Митрогилдента это при любых воспалениях десен и любых воспалениях в полости рта. Имудон повышает иммунитет. Его стоимость 556 рублей. И вот такая сплат лечебные травы. У меня высаживается батарейка, поэтому я буду краткой. И я надеюсь, что во всем смогу рассказать. Вот такую подводку Art Deco я купила в Литуале. Ну, где? Вот она. Очень классный кончик. Очень классная подводка, рекомендую. Вот такая с кисточкой для тех, кто любит с кисточкой. Это доктор Бауман. Погуглите, что это за косметика. Waterproof 90-60-90, незаменимая тушь на лето и осень, потому что жарко, потому что может пойти дождь. Ну и многолетний любимчик, это Lash Sensational. Это тоже must-have всех и вся. И салфетки от Yves Rocher. Вот салфетки от Yves Rocher совершенно бестолковы, на мой взгляд. Стоят они немало. Но их прекрасно может заменить такая же опция, только из Essence. Намного дешевле,
намного выгоднее, работает точно так же. Они, в принципе, не справлялись с тем, чтобы продлить стойкость макияжа. Я их тестировала и в жару, и в теплое время года. Поэтому и Фраше меня разочаровали с этой опцией. Ну, что поделаешь, надеюсь, это видео было интересным и полезным. Всем всего хорошего, пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, давайте дружить и общаться. Я Ольга Швец.